Пляжный сезон открыт. В солнечные дни жители области поспешили на водоемы. Чтобы отдых не обернулся трагедией, спасатели проводят работу с населением по правилам поведения на воде. Основной упор сделан на детские оздоровительные лагеря. Для купания же на территории области определено 3 пляжа. 2 в Биробиджане в городском парке и логово Скорпиона. Еще один айс-пляж в поселке Приамурский. Территории проинспектированы сотрудниками МЧС и специалистами Роспотребнадзора. Места признаны безопасными. Дно каждого и прибрежная зона очищены от мусора, проведены исследования воды. В необорудованных для купания местах установлены запрещающие знаки. Особое внимание также обращают на безопасность экстремальных прогулок по рекам. Проведение и участие в сплавах по рекам, в частности по нашей реке Бира, это очень серьезное мероприятие. При этом здесь необходимо участнику сплава иметь необходимую подготовку. То есть он должен уметь держаться на воде, уметь плавать, уметь действовать в экстремальной ситуации, то есть не теряться при попадании в экстремальную ситуацию, а также долгое время держаться в холодной воде.